Вот моя подруга совершенно права. Она, в общем, такого мнения, что нужно жить сейчас. Вот, потому что ты вот сегодня ты вот можешь быть счастлив, не откладывай это на завтра, потому что завтра, блядь, может быть пиздец просто. Все что угодно, сами видите. Вот сегодня можешь, вот сегодня я еду, да? Вот Чеховские просторы, заправка Лукойл.